Училище Олимпийского резерва номер один было создано в 1971 году. И вот в следующем году, в апреле месяце, мы отметим 50-летний юбилей. За эти годы у нас 2869 выпускников, и они завоевали 70 олимпийских медалей. Вы только представьте, 70 олимпийских медалей. Среди наших олимпийских чемпионов такие спортсмены, как двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев, Софья Великая, олимпийская чемпионка по фехтованию и много-много других именитых спортсменов. Спасибо, Мария. Но в нашем училище Олимпийского резерва ребята занимаются не только спортом, но и получают качественное образование. В нашем училище есть возможность у ребят получить образование начальное со 2 по 5 классы, с 5 по 9 классы, 10-11 класс и среднее профессиональное образование на базе 9 и на базе 11 классов. У нас ребята могут обучаться как в очной форме обучения, так и в заочной форме обучения после 11 класса. Поэтому помимо спорта у нас есть большой спектр именно образовательных услуг. Также мы можем предложить нашим ребятам, кто у нас будет заниматься, тренироваться, учиться, не только заниматься спортом и получать образование, но и проводить свободное время, досуг, то есть получая различные экскурсионные программы, получать услуги питания, медицинские услуги и услуги по проживанию. Наше училище – это огромный многофункциональный комплекс, который дает очень широкий спектр различных услуг. Также, что касается наших образовательных услуг. Как я уже сказал ранее, мы можем не только предлагать образовательные услуги со 2 по 11 класс, но, соответственно, подготовить вас к любым экзаменам. Может быть, в формате ОГЭ или в формате ЕГЭ. Также, соответственно, нас очень широко представлено изучение иностранных языков. От классических – английский язык, немецкий язык, а также испанский, китайский язык и многие другие языки, как на самом базовом уровне, так и на продвинутом уровне. Поэтому мы найдем возможность подобрать ключик каждому спортсмену и каждому желающему получить качественное московское образование. Ну, наше основное преимущество, как раз-таки так, как мы являемся государственным образовательным учреждением, конечно же, мы предоставляем государственный диплом. Это отсрочка от армии. И, в принципе, все те привилегии, которые дают именно наше государственное московское образование. Качественное образование от наших педагогов, которые являются одними из сильнейших педагогов не только в Москве, но и в России. С нами работают носители языка. Наши педагоги, они обладатели множества премий. И они используют самые инновационные разработки, технологии, подходы в образовании. Мы стараемся делать процесс образовательный интересным и увлекательным. Наши выпускники традиционно показывают очень хорошие результаты на ЕГЭ и поступают в ведущие вузы. И я хочу сказать, что не только в спортивные вузы наши ребята поступают, да, многие для себя делают выбор, что им интересна биология, им интересна химия, и они поступают уже, соответственно, получать профильное образование. И у нас есть очень удачные уже такие примеры, кейсы, когда наши выпускники училище сейчас занимают тоже руководящие должности и как крупнейших спортивных организаций, так и у них есть свои бизнес-проекты. Помимо образования, спорта, есть возможность приехать к нам и разместиться в комфортабельных общежитиях и гостиницах. То есть те ребята, кто у нас обучаются, проживают в общежитии. Те, кто хотят провести досуг, какие-то каникулы, мы организуем различные экскурсионные программы. Так называемым «под ключ» или «все включено». То есть там включается и проживание, и питание, и трансфер. То есть у нас предоставляется полный пакет услуг для того, чтобы можно было приехать и отдохнуть всей семьей, получить удовольствие. На медицинскому, безусловно, обслуживанию уделяется очень большое внимание. И здесь мне хотелось бы отметить, что действительно материально-техническая база, включая и медицинские услуги, которые созданы на базе училища, она соответствует самым высоким стандартам, которые оказываются олимпийской команде России. Да, это нашей сборной команде страны, где у нас готовятся уже непосредственно спортсмены
перед чемпионатами мира, перед Олимпийскими играми. И на базе училища можно пройти комплексное медицинское обследование. И в этом и есть уникальность. У нас есть возможность организации трансферов. Есть большой габаритный транспорт для большого количества пассажиров. То есть мы можем предоставить вам, если приезжает какая-то группа, это может быть спортивная группа, творческая группа, любые другие коллективы, которые могут приехать к нам, мы вам организуем нашу программу без каких-либо ваших дополнительных усилий. Первые всегда первые. И это действительно так. Мы проводим множество мероприятий, являясь той площадкой, которая на себе аккумулирует вот эту историю всероссийских, да, мероприятий. То есть мы выходим даже за пределы Москвы, выходим за пределы нашей страны. У нас активно сейчас развивается международное сотрудничество. У нас регулярно проводятся встречи как со школьниками, так и нашими студентами спортивного колледжа, приходят представители высших учебных заведений, ну, в данный момент там в формате Zoom, и это, ну, не только там Российский государственный университет физической культуры и спорта, мы сотрудничаем с педагогическим университетом российским, мы сотрудничаем с Московским государственным университетом имени Ломоносова, и мы сотрудничаем с множеством других различных площадок. У нас постоянно организуются лагеря. Английские спортивные лагеря, Olympic Camp, где ребята будут заниматься изучением иностранных языков и заниматься спортом, знакомиться со всеми нашими видами спорта. А на секундочку я напомню, их не менее 13 видов спорта у нас. К чему мы идем? Да? Кто такой выпускник училища Олимпийского резерва номер один, Московского училища Олимпийского резерва номер один? Это полноценная сформировавшаяся личность, которая может показывать успехи в спорте, в образовании. Он готов уже выходить на руководящие должности и занимать самые высокие посты как на нашей российской арене, так и на международной арене. В училище создана, ну, действительно такая уникальная атмосфера, которая позволяет получать практикоориентированные знания. А в современном мире, когда все меняется очень-очень быстро, мы понимаем, что нашим ребятам важно, получив диплом, да, как и закончив школу, так и закончив спортивный колледж, понимать, как они свои знания и навыки могут в дальнейшем реализовать. И мы стараемся создать, вот знаете, ту атмосферу творчества, командной работы для того, чтобы сгенерировать как можно больше интересных проектов и идей.